Так, это видео посвящается, как добиться на даче давления горячей воды на трех этажах на стиральной машине. Вот она работает. Вот пошла горяченькая вода. Стабильно горячий он. Включается колонка. Идет через бойлер. Но главный секрет не это. Главный секрет — это станция, которая находится в подвале. В подвале она не замерзает, всегда здесь тепло. И вот оно дает давление на весь дом. На даче давления в системе нету, оно еле пополняет этот бак. Вот стоит датчик на затопление, на всякий пожарный. Вот бак. Один пополняется.